Всем привет! Это обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона я, Амортиз. Поехали! Сегодня у нас опять гонка, правда, на этот раз ездить нам предстоит не по твердой земле, а по мокрой воде. Ну, не ездить, конечно, а плавать, быстро плавать. Встречаем, игра Riptide GP2. Это, как можно понять из названия, вторая игра в серии. Первая имела некоторый успех, но так как до меня все доходит только со второго раза, я ее благополучно пропустил. Во второй же части традиционно улучшили графику, а сами карты стали как-то глобальнее, что ли. Масштаб происходящего ощущается теперь лучше. А, наверное, за счет того, что стало больше открытого пространства, ну и всякие там огромные здания вдалеке тоже придают происходящему этакий налет гигантизма. Насчет сюжета сказать ничего не могу, не из-за того, что не хочу спойлерить, а просто потому, что никакого сюжета здесь в общем-то и нет. То есть это просто гонка без попыток объяснить, кто за кем и зачем гоняется. Так что давай посмотрим, что есть в меню. Тут мы видим режим карьеры, режим онлайн игры, coming soon, это, как я понял, инфа по готовящимся патчам, ну и опции. Если ты хочешь устроить заруб в онлайне, то тебе нужно авторизироваться через гугловский аккаунт, ну и после этого можно как устраивать заезды или заплывы со случайными игроками, так и приглашать в игру своих братюнь. Народ в онлайне есть, так что будет с кем покататься, и не придется ждать по 2 часа, когда кто-нибудь случайно забредет в сеть. Хотя, возможно, это просто мне так повезло. Ну и режим карьеры. Это, как видишь, набор трасс, которые нужно проходить одну за другой. Есть все тот же рейтинг в виде 3 звезд, что неплохо стимулирует не просто пройти гонку, но и пройти ее хорошо. Трасс довольно много, и давай выберем любую и немного покатаемся. В начале миссии нам демонстрируют что-то типа заставки, которая показывает, что из себя представляет уровень. Уровни, кстати говоря, довольно интересные. Действие игры происходит в таком футуристическом мире. И иногда нам предстоит гнать свой мотоцикл по навесным каналам, закрученным вокруг здоровенных небоскребов. А пока ты наблюдаешь за игрой, расскажу-ка об управлении. С этим тут вообще просто. Двигаемся вперед мы автоматически, так что никаких педалей газа. А вот педалей тормоза аж 2 в обоих нижних углах экрана. В правом верхнем углу расположена кнопка ускорения, очень полезная во время трюков. Но поворачиваем мы тапами по сторонам экрана. Можно еще настроить на акселерометр, но это уж кому как удобнее. Да, кстати, о трюках. Довольно часто встречаются такие вот рампы и мостики, по которым можно выпрыгнуть из воды и на какое-то время почувствовать себя птицей. Но пока ты летишь, можно свайпать по экрану для выполнения разнообразных прикольных трюков. От простого привставания в седле до разворота мотоцикла на 360 градусов. И если трюк выполнить коряво и не успеть закончить его до приземления или приводнения, то вполне реально разбиться об воду на такой-то скорости. За прохождение трассы ты зарабатываешь деньги, которые потом можно тратить на покупку и улучшение мотоциклов. Вообще, игра очень динамичная, камера трясется и как бы подскакивает на волнах, брызги летят в экран, скорость, как я уже говорил, весьма немаленькая. В общем, мило. И, чуть не забыл, весит игра всего 46 мегабайт. Я понятия не имею, как они умудрились запихать все это в такой малый объем. Это как, даже не знаю, слон в наперстке. О плюсах и минусах мне сказать снова не дают, потому что минусов как таковых тут нет, а плюсы я и так уже перечислил. Вот так-то. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, ставь лайки и делись этим видео с друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Петр Амортиз и обзоры от Mob.ua. До скорого!